Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции для рук, оставляющая бицепс. Точка МЦ5 Дзяньши контролирует бицепс, двуглавую мышцу плеча, которая выполняет функцию, сгибает руку в локтевом суставе. Итак, при травмах бицепса, при человек перегнул палку, перекачал бицепс, вот, и спазмируется мышца, и он хочет избавиться от этого спазма. При болях сумасшедших в бицепсе, при ушибах всеразличных, вот, при всеразличных, скажем так, неразумных действиях с данной мышцы, почему? Потому что эта мышца одна из любимых тех, кто занимается бодибилдингом, тех, кто занимается тяжелой атлетикой, конечно, они могут что? Они могут данную мышцу перекачать, вот, и спазмы возможны в данной мышце. Хотя это редкий случай, но тем не менее меткий. И также многие должны знать, уважаемые зрители, что мышцы растут тогда, когда они отдыхают. То есть, как бы мы ни качали мышцы, все равно полный рост мышц происходит в полное спокойствие и отдых человека. Потому через данную точку МЦ5 Дзяньши мы можем что? Расслаблять, либо расслабить двуглавую мышцу плеча. Для чего? Для того, чтобы снять негативный, скажем так, процесс, который человек своими тренировками навязывает данной мышце. То есть он ее прокачал, если он чувствует, что, скажем так, тренировка, он перегнул палку, ему надо в два раза больше, скажем так, отдохнуть, а он не справляется с отдыхом человек, то через данную точку МЦ5 Дзяньши мы можем что? Снять негативный потенциал, который человек своими тренировками нанес бицепсу. Спасибо за внимание.